Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса, 2 июля». Ну вот, друзья, такое впечатление, как будто бы накаркал. Только снял предыдущее видео для вас, сообщил о том, что ночь прошла тихо, все спокойно, ни одной воздушной тревоги, ни одного взрыва. И вот в 6:49 у нас в Одессе началась воздушная тревога. Сейчас воет сирена, записываю для вас очередное видео. Получается, ночь прошла тихо, а утро началось с воздушной тревоги. Сообщают о том, что очень высокая угроза ракетного удара, поэтому ни в коем случае не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, потому что мы видим, что происходит. И даже люди, находящиеся в доме, могут пострадать, поэтому лучше пройти в подвал или в паркинг, либо в убежище. Я на связи, как появится какая-то информация, сразу же буду сообщать. Подписывайтесь на канал. До встречи. Всем пока.